В Сирии в шиитском квартале на юге Дамаска в результате подрыва заминированной машины погибли не менее 10 человек. Десятки получили ранения. Число жертв может возрасти. Ответственность за нападение взяла на себя ТИГИЛ. Отмечу, в условиях гражданской войны Сирия живет уже 6-й год. Дамаск находится под контролем правительственных войск. Но террористы регулярно совершают нападения на город и его жителей.